Вот и он, очередной выпуск «Подсмотрено в сети». Меня зовут Алена Медведева. Здравствуйте. Сегодня нас ждет встреча в ростовской маршрутке, тихий час для белок и шашлык с майской зарплаты. Пора начинать. Вот так встреча в ростовской маршрутке. А что, как говорится, полная безопасность. Кристина знает, в чем дело. Это чтоб прическу не испортить, пишет она. Сергей же поделился мнением, опираясь, вероятно, на личный опыт. Где-то там и клей припрятан. У Ирины версия следующая. Это защита от жестокости и цинизма. Виктор же, напротив, задался вопросом. А дышит она тогда чем? Ой, страшно подумать. Внимание, горячо! Шашлыки с майской зарплатой, а чего бы и не похрустеть? Гуляем на широкую ногу! Виктория написала, это вы еще много себе позволяете. Самвел же все посчитал и определил, что угли-то дороже стоят. Настя, кстати, обнадеживающе заявила, ничего, коллагенчик тоже полезно. Ну вот видите, кругом одни витамины. Фотограф заметил очаровательную семью белок, спящих прямо за его окном. Ну и, конечно, первым делом сфотографировал их. Ну, только посмотрите, как они уютно устроились. Комментаторы взорвались от счастья. Неописуемый кадр, как трогательно и по-доброму, пишут одни, другие говорят, вместо тысячи слов, просто чудо. Виталий, кстати, отметился. «Сразу видно, где батя», – пишет он. Ну, думаю, мы все подумали на одного и того же. Вот и все на сегодня. Новостей еще, правда, очень много, но тут главное правильно их отобрать, чтобы только самое отлайканное попало в эфир. Дальше больше. Пока-пока.